Всем добра и счастья, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент One, а это продолжение прохождения игры под названием Black Myth Wukong. Мы с вами наконец-то перешли на вторую главу, и вы слышите, как радуются мои соседи, аж делают ремонт, отголоски прошлого. Понял, вот этот мультик, который мы смотрели. Соседи радуются, короче, решили посверлить в этот момент, когда я записываю. Вот так вот совпало, поэтому на фоне, если будете слышать, вот такое... Это не моя жопа вибрирует от того, что я умираю, это, собственно, соседи. Желаю всем приятного просмотра. Вторую главу мы начали. Продолжаем путешествие. Что сейчас будем делать? Во-первых, мы собрали с вами сет, с которой... Сочетается, усиливает, в общем, сопряженно с заклинанием печати остановки, да, и там надо сейчас перечитать и прокачать ее. Попробуем замаксить, посмотрим, что это нам даст. А так вообще много чего там можно качать, много чего можно максить. Будем стараться по максимуму работать. Так, escape. Вот, смотрим, set. У нас вот этот сет, он что? Избранный наносит дополнительный урон противнику, если тот обездвижен. То есть у нас уже повышение дэмэджа. И следующее, когда ваша атака снимет с противника обездвиживающий эффект, время перезарядки заклинания обездвиживания очень значительно сокращается. То есть КД будет меньше. Еще. У нас есть кое-что тут по печати, мы качали. Обездвижите врага в момент, когда он собирается что-либо сделать. Это продлевает время действия заклинания и очень значительно снижает сопротивление урону цели. То есть в атаку его надо печатать. То есть вот он что-то делает, начинает, ты его, опа, ловишь, и ты получаешь за это еще бонус. Когда вы наносите удар врагу, обездвиженному быстрой атакой, время действия следующего эффекта обездвиживания, примененного к тому же врагу, немного увеличивается. Тут либо ошибка в описании, либо я хз. Ну ладно. Хер бы с ним. Пойдемте на этих разомнемся, на рядовых врагах. Сориентируемся сейчас, что куда. Хочу назад прогуляться. И потестить, собственно, печать. Насколько КД меньше будет. Вот так. Поймали. Уже половина КД вернулась, прикинь. И то я не знаю, я успел его сбить или нет. Половина КД. Это очень хорошо. Вообще кайф. Не знаю, конечно, насколько это хорошо будет с боссами сочетаться, но с плотненькими врагами нормально. Он. Блин, надо было со спины зайти, что-то я затупил, извините. Пойдемте лучников зачистим. Ваншот. Блин, долгое превращение. А как нам магию регенить? Вот, есть магия для заклинаний, правильно? Синенькая полосочка у нас. Средняя получается. Как она восстанавливается? От чего? Вот.
как бы вот этот вопрос я еще не изучил. Наверное, придется отдохнуть еще разочек. Еще разочек надо будет отдохнуть, восполнить все и пойти дальше. Где жаба? Шелк? Чё? Жаб шелк выпадает? А какого хрена я его покупал? Попал все-таки. Ой, блядь. Угу. Так, тут есть спуск. О, жабка есть, босс. Могу прямо здесь спуститься. Но у меня магии нет. Магии нет, надо отдохнуть. Надо отдохнуть и спуститься к нему. Тогда разговорчик будет совсем на другом тоне. Просто без магии я бы не хотел туда идти. У меня только трансформация, получается, доступна. Как магию устанавливать? Какие-то бутыльки есть или что? Она сама по себе не регенится, как будто. Чего делать-то? Вопрос. Может быть, почитать в энциклопедии? Где тут журнал? Элитные персонажи, места медитации, руководство. Бой, мудрость, бой. Выносливость. Концентрация. Попадание по врагам, усиленные атаки и идеальное уклонение дают вам очки концентрации. Их можно потратить на мощную атаку, которая нанесет тем больше урона, чем больше в нее вложено очков концентрации. Комбинированная атака. Выполнение мощной атаки. Так, понятно. Благословенная бутыль. А вот мана. Мана. Навыки душ. Я просто хотел узнать, как мана устанавливается. Вот и все. На долгое время значительно увеличивает максимальный запас здоровья. Вот. На долгое время это навсегда или нет? В любом случае, еще потратим перед боссом каким-нибудь душным. Реализуем, так сказать. Так, как нам так пройти, чтобы все зачистить? Давайте, наверное, сначала наверх сбегаем, а потом вниз. Не, ну Unreal Engine, ребята, это хороший движок. О, чего? Это что такое? Нихуя он бьет. Ты
Это что-то типа мимика, что ли, получается? Типа в Dark Souls были сундуки, а тут гриппы я хотел собрать. И он такой просто... Что? А можно его бить? Получается, что мне грибы надо бить сразу, да? То есть, я видел, что в Dark Souls сначала сундук бьют. Если он, типа, не убивается, не бьется, дэмэдж по нему не проходит, значит, нормальный сундук. Здесь так же, что ли, делать или что? Так. Окей, это у нас проходка, получается, к жабе. А, но здесь еще что-то есть. Что-то еще тут есть. А, тут заблокировано. Понял. Блин, это было удивительно, конечно. Я просто не ожидал. Не ожидал, что здесь тоже такое есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неприятно. Ну ладно, давайте к жабе сходим. Посмотрим, что он нам предъявит. Сюда. Так, запись у нас идет, все нормально. Так, наверх. Вот это вот, вот это что? А ты кто? Какой-то друг. Давай смотрим. Это обычный гриб. Хорошо, давай поговорим. Ты очень кстати. Один из моих рецептов съела нахальная лягушка. Выручи меня. Я божество, в долгу не останусь. А, то есть ему еще можно что-то сдать. Вон она, лягушка. Лягушка-попрыгушка. Так, у нас медитация. Это хорошо. А, нет, или да. Да, медитация. Надо было, наверное, после босса это сделать. Но я думаю, с лягушкой мы как-нибудь справимся. Вот это меня вообще не успокаивает, этот торнадо. Два очка развития. Ну, давайте, кстати, вкинем куда-нибудь уже. Пи-би-би-бим. Пи-би-би-бим. Куда можно вкинуть? Вот это мы вообще не качали. С каждым уровнем таланта немного увеличивает количество здоровья, восстанавливаемого при использовании очков концентрации. А, теперь я понял. Очки концентрации у нас накапливаются, заряжаются, дает сильные... Опа. Переключившись на стойку выпадов, С, зажмите кнопку мощной атаки. Избранный может усиливать атаку, оставаясь неподвижным. Когда вы отпустите кнопку мощной атаки, избранный сделает быстрый выпад с большого расстояния. Понятно, две стоечки. Или все-таки по основным качаться дальше? От идеальных уклонений. Все хочется, если честно. Я не знаю. Как бы все хочется.
Это вот прикольная тема против лучников, а там их как раз лучников полно. Ух ты, бля. Так, ладно, давайте вот это качать. Пускай так. Пускай будет так. Потому что, ну, очень много. Я хочу все, по идее, выкачать. Но не знаю, позволит мне игра это сделать или нет. И, типа, я не знаю, стойки вот эти вообще, насколько они решают. То есть надо пробовать. Так, ну давай. Нихуя себе. Это вообще как? Блять, электрическая. Фу, твою мать. Да, конечно. Эта лягушка посложнее уже, конечно. Ладно, форму применю. Что-то он душный. Не ожидал, что настолько душный. Фух. Я думал, он будет примерно такой же, как и первый. Ну, ни хрена. Как замечательно. Выглядел странно. Человек покорен земле, земля небу, небо дао, а дао природе. Дарую тебе эти целебные пилюли. С этого дня ты можешь сам создавать их у алтарей. Я должен как можно скорее добыть горнила. Прошу простить меня за спешку. Снадобье защиты от зла. Как восполнять ману? Мне этот вопрос прям актуален сейчас.
Заприте ворота, обыщите дома. За голову предателя обещает награду. О, там еще какой-то чел. Похож на самого первого босса. Там еще ходит. Так, нет, я туда пока не хочу. Я бы хотел опять восстановить ману или найти новый алтарь. Было бы хорошо. А варить собственные пилюли это вот что именно? То есть теперь я могу вообще бесконечно делать всякие зелья? Ух ты, блядь. Ой-ой-ой. А нельзя обрушить? Как было бы круто, да, обрушить вот эту херню всю? А как мне их достать-то? Благоуханный нефритовый цветок. У меня же, по идее, никакой дальней атаки нету, правильно? Нужно откинуться. Пиздец. А как мне их достать? Неужели надо стойку использовать, которая поднимает себя на 6? На долгое время увеличивает шанс критического удара. На долгое время увеличивает урон. Постепенно дает концентрацию. Снимает обморожение. Снимает отравление. Состояние шока. Горение. Сопротивление урона. В целом понятно. Как мне достать этих тварей? Через лево, через крышу. Так, мне не интересно с тобой драться. Крупица Йоугая. А можно как-нибудь двигаться, блядь? То есть я их достать не могу. Это прям в смысле точно. Понял. Мне кажется, можно достать, если на палке подняться. Тогда можно будет запрыгнуть наверх. Но пока что у меня такой возможности нету. Надо прокачать стойку тогда, что ли. Так. Жабу мы, получается, хлопнули.
Как еще тут можно по крышам побегать-то, блин, на крыше подняться? То есть без стойки я ничего не могу? Да, наверное, без стойки никак. И опять тут лучники. Нихуя, это что сейчас было такое? Чего у него за тайминги странные такие? Блять, о таких вещах предупреждать надо, наверное. Блять, и там еще один такой. Я от этого алтаря вообще отлипну, нет, сегодня? Пиздец какой-то. Ну... сложно. Как доставать лучников? Блин, надо почитать гайд. Интересно, а он будет восстанавливаться или нет? Вот это меня интересует. Но это восстановился, это понятно. А ты откуда прибежал? Че? Все, ты застрял? Шаман на месте, этот большой нет. По-моему, большого нету. Понял. Значит, все-таки они как мини-боссы считаются. Будем знать. Цветы лавра, напитки и добавки. Что дает? А где это смотреть?
А я и не посмотрел, получается, да? А, вот. Использование бутыли ненадолго повышает сопротивление урону. Допустим. О, еще один босс. Ну, давайте сначала вот этого хлопнем. Блядь. Да как же до тебя добраться-то? Тут можно добраться, наверное. Ха-ха-ха-ха. Нет! Нормально. Насколько надо убегать? Охренеть, он взрывается жестко. Как мне этих мелкашей-то всех убивать, блин? А вот этих лучников... То есть надо прокачивать ветку отражения стрел каких-нибудь или чё? Потому что, ну, прям невозможно, они очень сильно мучают. Чё? Уходи, сейчас же. Нечего тебе здесь делать. Если двухголовые нас заметят, нам конец. После несчастья нам пришлось покинуть родной дом. Мы надеялись начать жизнь заново под эгидой крысиного мудреца. Но я видел, чем кормится и этот его страж. Наш царь сбился с пути. Нам оставалось только бежать. Двухголовые — превосходные воины. Но теперь они охотятся на своих же. Мы так с голода побрем. Пойдем, чего тут торчать-то? Ты все еще здесь? Прочь, мне не нужны неприятности. Я бы никогда не отнял жизнь у родича. Спасибо, что избавился от них. Мне пора. Незрячий царь не поднимет нас с колен. Нам нужен пропавший принц. Третий принц? Он же крыс не любит, забыл? И вообще, думаешь, он нас узнает? Да не в жизнь. Третий царевич ушел, потому что царь уважал крыс. Говорят, царевича видели во владениях Буд, что на западе. Нам нужно туда отправиться. Ну как? Так, все повторяться начал. Кто там, короче, там тоже крыса, что ли, или кто? Тык-тык-ты. Тык-тык-тык.
Это что за квакозябра? Земляной волк? Что с камерой случилось? Почему у меня так? Ну понятно. Опа, что-то новенькое. Кровь железного быка. Плюс душа новая. Земляной волк. Это что за... Так, Что по времени? Обратно бежать к алтарю, что ли? Тут были эти лучники. Понятно. Надо, короче, как-то загайдить, что ли, как убирать этих лучников. То есть реально на палку залезать и с нее потом спрыгивать. Потому что просто так туда не забраться. Может, конечно, с этой стороны есть заход. Но не уверен. Допустим, нет. Нет. А чего не... Блин, ну можно было бы. Во. Как это неприятно. Не хочет и все? Может разбежаться надо? Так, есть. А дальше ты не пускаешь. Серьезно.
То есть ни одного обходного пути вы мне не оставили, как избавиться от лучников. Ясно, понятно. Чё. Ну, попробуем зайти, наверное, там босс будет. Сейчас, наверное, откинемся и на этом как бы закончим. С первого раза не пойду. А я с первого раза вряд ли смогу, потому что у меня нету маны. То есть чисто на палке вывести как бы сложновато будет. Собираем все травки, я думаю, нам потом пригодится в крафте. Ну, а если там не босс, а новый алтарь, ну, в любом случае сохранимся. Но мне кажется, босс. Я прекрасно тебя понимаю, сын. Мне ли не знать о твоих страданиях? Но пока наш господин не вернулся из долины, придется набраться терпения, иначе нам не выжить. Ребята недавно ходили к алтарю. Говорят, там еще сильнее стало вонять, и кости везде. Кости не людей, не скота. Там повсюду трупы наших родичей. Мохнатая тварь. Но ничего, ничего. Скоро господин об этом узнает. Тихо, болван. Рано, рано еще кричать о нашем возрождении. Если бы твой бедный брат не... Что это за запах? А, свежее мясо. Само пришло в эту дыру. Как раз к обеду. Два босса сразу. А я без маны, ништяк. У нее что-то АУЕ очень большой. Охуеть. Надо убрать вот эти штуки. Ну давай. Ну разрушай, ёпта. О! Хуже или лучше теперь? Охуеть. У него жесткий АОЕ, ребят.
можно как-нибудь вообще что-нибудь сделать? Все, пизда. Короче, давайте на этом пока закончим. В следующей серии будем с ним драться. Ну, короче, я не знаю, папашку первым стоит убивать или нет. Кого? Ну, он простой, у него там хп вообще нету, но он мешает, блин. У меня маны не было, проблема. Как до него бежать, мы знаем. Хорошо. Так, что вот это дает? Рывок, прыжок, раш. А я могу еще усилить его? Фар, это понятно. Изготовление лекарств. На долгое время увеличивает шанс критического удара, на долгое время увеличивает урон. Женьшеневое дрожже. Мне вот это надо. И вот это надо. Так, и духа. Развитие, усилий духов. Воля нужна. Воли не хватает. Ладно. Все, ребята, на этом мы заканчиваем. Ну, вторая, конечно, глава Ивока подушнее. Ну, я думаю, мы справимся. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте данное видео лайком и канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. Помимо этого, не забывайте заглядывать в Telegram, группу ВК и на Boosty по возможности. Ну а с вами был Стас, канал Мистер Момент One. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.